Что это? Санта-Клаус не придет. Явится другой гость, не столь добрый. Крампус. Что еще за Крампус? Крампус. О, теперь все ясно. Крампус? Да, Крампус – рождественский демон. Хотите увидеть Крампуса? Крампус не выносит непослушных детей. Австрийцы считают своим долгом поддерживать легенду и каждый год наряжаются в костюмы Крампуса. Крампус. 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 Его имя повсюду. Но кто такой этот Крампус? Порождение языческого фольклора, ставшее частью культуры древних германцев, словно зловещая тень Санта-Клауса. Он карает провинившихся сначала розгами, а затем хватает их и тащит в преисподнюю. Мощные рога и страшные копыта Крампуса веками наводят ужас на всех. А теперь он явился на большой экран. Universal Pictures и Legendary Pictures перенесут в современный мир старинную легенду. Крампус. Постарайтесь не оказаться в его списке. Смотрите в кинотеатрах с 1 января.